ФосАгро классы приглашают. В Кировской 5-й и Апатитской 15-й школах прошли дни открытых дверей, где будущие старшеклассники узнали обо всех преимуществах обучения в специализированных классах. Подробности у Юлии Копаневой. В этом году стартует 8-й набор проекта ФосАгро классы. После обучения здесь есть возможность поступить в ВУЗ на техническую специальность. Этим классам предоставляется особо качественное образование, способность и возможность поступить в ведущие вузы страны, получить целевое направление на обучение, особенно в горный университет. В актовом зале 15-й ФосАгро школы будущим старшеклассникам и их родителям рассказывают о преимуществах обучения здесь. Я считаю, что ФосАгро класс дает много возможностей для детей всех профилей. То есть здесь может развиться как и человек, который любит химию, так и тот, кто любит физику. То есть эти две сферы в нашей жизни сейчас, они востребованы. Эстафету Дня открытых дверей подхватила Кировская 5-я ФосАгро школа. Здесь организовали тематические площадки, которые охватили все сферы обучения в профильном классе. Девятиклассники примерили на себя роли химиков, физиков или математиков. Профессии, которые ФосАгро класс как бы продвигает, наиболее востребованы в нашем регионе. Это различные флотаторы, всякие, которые работают на фабрике, на НОВ-1, на НОВ-2, на НОВ-3. И основные перспективы заключаются у нас в горнодобывающей промышленности. При поддержке компании ФосАгро в школу закупили и новое оборудование. Наше предприятие заботиться о кадрах, и мы, как любое предприятие, готовы воспитывать его кадры, эти кадры, скажем так, со школьниками, профориентируя их на наше предприятие, знакомясь с нашим предприятием, проводя экскурсии, всевозможные развивающие мероприятия, которые протекают у нас на предприятии, в школах проводятся. Уже весной будет объявлен набор в 10-й ФосАгро классы. Сюда попадут лучшие школьники Кировской Апатитов. Время подать документы еще есть.